себе работу и куплю эту книгу. Я скоро вернусь, Паддингтон. Чао-чао. Чао-чао, мистер Джузеппе. Добрый день. Добро пожаловать в парикмахерскую Джузеппе. Чем я могу быть полезен, сэр? Бритье, уход за волосами или просто причесать? А? Цирюльник, скорее стрижку. Я не цирюльник, я просто навожу порядок. Это мне и надо. Прибери сзади и по бокам, сверху оставь. Да, но... Никаких «но», давай-ка, поживее. Как скажете, сэр. А. Парикмахерская, можно я вам перезвоню? Кажется, я сейчас побрею клиента. Какое счастье! Я вам перезвоню! Я не хочу! Это просто стрижка, Нельсон. Чего тут можно бояться? Входите, присаживайтесь. Мы пойдем в другое место. Плохо дело. Последние штрихи, сэр. О, чудесно. Продолжай. Готово. И должен сказать, гораздо лучше, чем я ожидал. Что? Это еще что такое? Это мармелад. Мармелад? Мармелад для волос. Зачем он мне? Вас понял, сейчас все будет, сэр. Эй! О, да ты с ума сошел! Паддингтон! Мистер Джузеппе, я все объясню. Все не так плохо, как кажется. Вас когда-нибудь увольняли, мистер Браун? Нет, но... Чудесно. Паддингтон, а ты уверен, что готов работать? Я боюсь, что в наше время жестокой конкуренции добродушного медведя могут просто растоптать. Он прав, между прочим.